Министерство обороны Российской Федерации продолжает прием заявок от жителей Подмосковья с именами и фотографиями предков, защищавших родину в годы Великой Отечественной войны. Чтобы информация о родственнике появилась в проекте «Дорога памяти», необходимо загрузить фотографию на официальный сайт. Это платформа, на которой будет собрана информация о каждом участнике войны. После завершения сбора появится единая база данных, включающая почти 30 миллионов записей. На территории парка «Патриот», где проводится строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, будет создана галерея с миллионами имен и фотографий героев.